Всем доброе утро. На улице просто прекраснейшая погода. Я не могла не снять вам историю. У меня сегодня шикарное настроение. Мне очень нравится, какой у меня сегодня лук. И вообще все прекрасно. Надеюсь, так и будет дальше. Настроение до сих пор хорошее. Нам мальчики сделали сюрприз. Видос и розы, и суши заказали. Я, конечно, немножко съела. Я вроде бы как слежу за своей фигурой. Вот, мне очень понравилось. Сейчас иду гулять, потому что дома не хочется сидеть в такую погоду, а прогуляться как раз стоило. Сегодня в бьюти-минутке от Сони. Я расскажу вам про свой тонизирующий лосьон. В принципе, много историй не буду рассказывать, потому что он самый обычный. Использую я после макияжа и утром, когда проснулась. Взбалтываю и немножко на ватный спонжик. Все нормально, очищает, восстанавливает кожу. Но после макияжа его нужно обязательно использовать, потому что мицеллярная вода не всегда все убирает. Адекватная цена, хороший объем. В принципе, советую. Вот и все. Все готовы? Я помню белые обои, черная посуда, нас в хрущевке двое, кто мы откуда? Вы понимали, эти цветы где-то стоят уже недели 2-3. Конечно, да, у них не самый лучший вид, но я не скажу, что так все плохо. Живут еще. Красивые. Я выставила в профиль уже фотографию новую. Совсем скоро я вам скину референс этой фотографии, потому что многие, когда увидели, ну как многие, два человека я только, которым скидывала до опубликования, подумали, что на референсе была это я. Но это был просто пример. Вообще, съемка прошла максимально классно. С этой командой мне всегда приятно работать. Я надеюсь, что у нас еще будут съемки. Она была, кстати, в январе, но только вот сейчас я смогла выставить. В общем, наслаждайтесь профилем. Девушку можно узнать по вот такой вот руке. Если вы где-то видите, это значит, она себе выбирает оттенок новой помады или карандаша для губ. Я, походу, выбрала. И меня это радует. Все в порядке. Ай, мой палец! Да! Это все из-за тебя! Ушел отсюда! Больно! Если что, с котом все в порядке. Как бы, если кто-то интересуется моим пальцем, то с ним тоже все в порядке. У него просто немножко задерлась кожа, но он болит немножко. А ты просто все так за кота переживать? С ним все в порядке, не переживать, он не ушибся. А вообще, сижу сейчас в шоке от увиденной статистики на видео, где мы поем в классе. Там столько переходов и репостов. Я офигела, это прошло, ну, часа 2-3 максимум. Капец. Я не могу остановиться, мне смешно с видоса. Это, возможно, кстати, жестко звучит. Я люблю своего кота. Всегда его защищаю, если я на него начинаю орать. Но просто, когда он меня начинает кусать жестко, иногда бывает до крови, это уже не смешно. А вот эта ситуация больше. Я уже буду ложиться спать. Завтра рано вставать, нужно подготовиться, потому что завтра день самоврядования, завод на русском. Мы будем заменять на всех уроках учителей. Я надеюсь, что я не откину с этими детьми, потому что я их не...